Генри Бринг – наш иностранный преподаватель с сентября 2021 года. За это время он успел побывать во многих городах Казахстана, познакомиться и завести много друзей, наесться вдоволь козы и напиться кумысом. Сегодня мы выясним, реально ли коренному американцу превратиться в казаха за полгода. Поехали! Я живу в Америке, в Сент-Поле, столице Миннесоты, штат Миннесоты. Там тоже холодно, суровая длинная зима. Когда март начинается, я думаю, о, весна, весна. И не так, не так. Март еще зима. Поэтому мне чуть-чуть грустно, я чуть-чуть устал, так в Миннесоте тоже. Короче, я привык. Здесь ночью может быть очень холодно. И день очень жарко. Не так. Разница не так большая в Миннесоте. И мне кажется, тоже зима чуть-чуть подлиннее здесь. Не холоднее, не холоднее, но длиннее. Мне очень-очень нравится мясо. Поэтому трудно не сказать козы или бешбармак. Вкусные козы мне очень-очень нравятся. Жен очень-очень нравится. Мне нравится сладкий. Может быть, трудно отвечать. Когда я живу в Казахстане и стараюсь жить как казахстанские люди, баурсак и казах, но в моем сердце, да, я американец, я очень-очень люблю бургеры, кумысы и колу. Колу, да. Американец, извините. Да, очень-очень-очень нравится. В Америке я каждую пятницу я веду вечеринку для всех, которых я пригласил. Может быть, иногда просто 15, иногда 35. Мне очень-очень-очень нравится или ходить в гости, или... Принимать гостей. Да, принимать гостей. Честно, я ни раз в жизни жил, прям серьезно, как кочевником. Потому что у меня всегда был дом и такие. Но, может быть, я теперь путешествую в Казахстан, и это, чуть-чуть... Типа кочевник, жизнь кочевника, несерьезно. Мне очень нравится путешествовать, встретить другие культуры и разных людей. Мне очень-очень нравится найти что-то новое. Нур-Султан, Алматы, Семей, Павлодар, Ридер. И пока все. Я очень-очень хочу увидеть и юг, и запад, потому что я пока не был. Честно, мне очень-очень нравится писатель Достоевский, да. И из-за этого я люблю семей. Мне кажется, семей не просто... у семей есть не просто история Достоевского, но тоже много казахской истории. Алашорда... Абай родился рядом со семьей. Поэтому семей, мне кажется, чувствую, что семей очень исторический город. Да, и мне нравится история. Моя семья смотрела фильм «Тулпан». «Тулпан», не знаю, много лет назад. В фильме «Тулпан», короче, есть... люди, которые живут в юрте, на степи, везде просто сухая земля, сильный ветер. Я родился в Небраске и жил в Южной Дакоте, и там тоже, как степ, есть сильный ветер, сухая земля. Нет юрты. Но были типи, как Дакота, Дакота типи. Но поэтому мне нравится жизнь кочевника, степ, и хочу пробовать жить в юрте. Было бы круто. Подведем итоги.
Американца можно вывести из Америки, но Америку из американца нет. На самом деле, не важно, какой у вас менталитет, не важно, какое вероисповедание или национальность. Главное – это человеческие качества, которые Генри отметил в каждом из нас, с кем он успел познакомиться.